отдохнуть, подлечиться и даже решить личные проблемы. В профилактории «Горняк» в Мирнинском районе открыли кабинет психологической разгрузки. Теперь пациенты могут не только восстанавливать свое здоровье, но и поделиться с медиками душевными переживаниями. Консультации ведет врач-психотерапевт. В практике доктора не только личные беседы, но и необычные методы лечения. Какие, расскажет Наталья Николаева. Весенняя депрессия, плохое настроение, сложности в личной жизни. За помощью Татьяна идет к психологу санатория «Горняк» Светлане Стрижовой. Тут вам не только возможность выговориться, но и взглянуть на проблемы с разных сторон. В помощь арт-терапия, мак-карты и игры в песочнице. Да, именно в песочнице, так любимой детьми. Этот необычный метод лечения теперь освоили и в «Горняке». Когда человек говорит, что я не понимаю, что со мной происходит, я не понимаю, что вот, ну вот что-то не так, плохо. Или в отношениях, например, да, когда я не понимаю, почему у меня с мамой такие отношения. Тогда я предлагаю, давай пройдем в песочницу. Давай, ты сейчас вот свою ситуацию, свое состояние, как ты дочь, ты сын. Возьми какую-то фигурку, какая тебе откликается. Сколько людей, столько и причин для обращения к психологу. Использовать арт-терапию в психологии начали еще в середине прошлого века. Раскинуть карты, но не таро, а метафорические, можно здесь же. Маленький ребенок в окружении родителей, белоснежная лошадь на детской ладони, влетевшая в распахнутое окно птица. У всех картинок есть свой скрытый смысл, причем каждый понимает его по-своему. На картинке посмотрела. Здесь на картинке я вижу себя. Все события из моей жизни. Психологические консультации доступны всем жителям Мирного. Попасть на прием можно по предварительной записи. Впереди лето, а встречать его нужно с хорошим настроением. Наталья Николаева, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».